Господь учеников, вас посылаю, как овец среди волков. Вы мудрыми казни быть должны, и быть, как голуби, смиренны и скромны. Людей готовых вас судилища отдать, должны вы повсеместно избегать. Вас в синагогах будут бить за правды глаз и поведут к мужам державным вас. Готовы вы за правду пострадать, что пред язычниками благовествовать? Когда на муки будет враг вас предавать, не думайте, что в смертный час сказать. Бог укрепит избранников своих, Дух Божий вам уста отверзнет миг. Пусть брата враг предаст постыдной смерти и на родителей своих восстанут дети. Пусть ненавидеть будут вас везде, вы имя Божье призывайте в злой беде. Пусть множество скорбей терпеть придется, но претерпевший до конца спасет.